Всем привет, это гороскопы. Я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Ожидаются прорывы в сторону вашего долгожданного финансового успеха. Телец. Возможны конфликты с любимым человеком, а также ваши нервные срывы. Близнецы. Даже если вы не имели близких отношений с коллегами по работе, то в этот день все изменится. Рак. В этот день вы слишком сумбурны и жестоки для того, чтобы снизойти до чьих-либо объяснений. Лев. В этот день все будут вас любить, холить и лелеять, и представители вашего знака будут популярны. Дева. Жизнь в этот день будет буквально осыпать вас дарами. Собирайте все, сгребайте как можно больше. Весы. Роль рокового незнакомца или незнакомки в этот день вами будет сыграна безупречно. Скорпион. Вы можете в этот день дарить буквально всем хорошее настроение и давать полезные советы. Стрелец. В этот день вы сможете с выгодой использовать свой талант и любые свои умения. Козерог. Будьте осторожны, потому что в этот день вы склонны принимать неверные решения. Водолей. Не рискуйте в этот день вступать на новую должность, потому что она начнется с неприятных обязанностей. Рыбы. Постарайтесь в этот день не появляться в общественных местах с вашей второй половинкой. Это будет верным, интуитивным решением. Это были гороскопы. Я Главицкая. До встречи. Yeah.